Опа, опа, ну-ка, мне этого еды хватило надолго. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Ах ты. Ничего себе. Детки, ко мне. Тут еды хватит на всех. Всем привет, вы на канале Просто Детки. И у нас обзор игры Укрытие, вторая часть. Игра про животных, про охоту и спасение. Мать рысь беременна, она ищет себе логово, но ночью холодно, а ее уже учуяли грозные хищники. Так, вот наша мама рысь. Куда нам нужно бежать? Поначалу какое-то обучение будет? Получается прыжок, да? Shift плюс space. Ага, вот. Давайте побежим. Тут нас скоро догонят. Слышите, как там вокруг все рычат? Рысь. Ой-ой-ой, волк. А видели там в нем или стрелы, или что-то торчали? Нет, показалось. Рысь вообще сильный хищник. Она всегда может за себя постоять, но только никогда она ждет потомства. Опа. Тогда она боится за своего детеныша. Соответственно, старается не ввязываться ни в какие передряги. Так, а что это? Это пещера? Ага, это не пещера. Это нужно нам повыше прыгнуть. Вот. Я думал, что уже прибежал. А волки остались внизу, они не могут так высоко прыгать, как рысь. Все понятно. Вот она от них убежала. И это было наше первое задание в этой игре. Такое обучающее. В ту ночь звезды шепотом говорили с матерью рысью. Ух ты. Вот они, звезды. Я думаю, нам нужно идти туда, где они у нас, да? Ой-ой-ой, подождите. Мне нужно было просто идти, я их не могу взять. Давайте... Ага, видите, они поднимаются вверх, поэтому я их взять точно не могу. То есть они просто мне указывают дорогу. Не будем спорить со звездами. Я думаю, далеко они нас не приведут. По-любому укажут нам хороший путь. Рысь, ты не устала там? А то мы постоянно бежим. Может, чуть-чуть передохнешь, пойдешь. Отдохнула немного. Все, побежали. А видите, там на небе созвездие, да? Как в игре о мимимишке. Про звезды. Там тоже на небе куча созвездий было. Я думаю, вы многие из них уже знаете. Так, вокруг тишина, не слышно никого. Ох ты, смотрите. Вот они, звезды. Неужели это пещера все-таки? Да, смотрите, там какая-то пещера. То есть, видите, это было такое предзнакомство с игрой. Думаю, теперь начнется уже основная часть. Ой-ой-ой. Да что такое страшное? Или это наша рысь просто в темноте? Нет. Ой. Ой. Это мама с детенышами. Может, наша рысь уже потомство привела? Да, смотрите, правда. Ничего себе, я думал, у нее один детеныш. А у нее сколько там? 4 пары глаз было. Молодец, мамочка. Только наши детки теперь, наверное, хотят кушать. Придется выходить на охоту и добывать им пропитание. А как же это делать? А кто же их будет защищать? В общем, у нас много вопросов. Ответы, я думаю, будут скоро, да? Смотрите, Кир, Вави, Солда, Бова и Инна — это наша мама. Так, я, конечно, все имена не запомню.
Даже здесь, смотрите, нарисовано, видите, по центру мама, и по бокам 4 ее детеныша. Она отважилась выйти в большой открытый мир, в край полной добычи, которой можно накормить голодающую семью. Еще недостаточно окрепшая после родов, я там не успел дочитать, ну по смыслу понятно. Уже зима настала, а мы сюда прибежали, когда еще не было снега, помните, да? Там кое-где было чуть-чуть. А сейчас уже все замерзшее. Так, и что теперь? Нужно полежать и подкараулить добычу? Или как? Что вообще делать? В желудке у нее уже урчит. Проголодалась она. Так далеко отходить нельзя, вдруг там кто-нибудь нападет на наших детенышей. Так. Я не вижу никого, кого можно съесть. Где же добыча? Слушайте, я никого не вижу. Никаких подсказок нет. А здесь уже снег сходит, значит, скоро начнется весна, я так понимаю. Да, видите, уже вот зеленеет все. Отлично. Вот солнышко. Да, только что было все такое в снегу, замороженное. А уже вот зелень везде. И по идее должны там всякие зайчики выскочить из норок своих, когда весна приходит. И все такое прочее. Живность мелкая. Опа! Есть. Могу сразу двоих? Наверное, не могу. Все, есть добыча, возвращаемся к себе домой. Так, а где этот дом вообще? Я опять потерялся. Даже не знаю, где он есть. Где-то... А, вот. Вон высокое это дерево. Где наша норка, с какой стороны? А там что-то блестит. Что это, интересно? А, получается, вот. Правой кнопкой мыши у нас это нюх. Смотрите, что это было? Это что-то новенькое. У нас, смотрите, уже... Это как я и предполагал, то есть с каждым новым разом будут появляться все новые и новые, ну, способности. Так, вот я смотрю. Здесь показывают наше семейство. А что там показывает? Вот, вот это вот. Видите? Что это значит? Вдалеке там вот. А там снег, а там еще что-то. А почему здесь дерево упало? О. Опа, вот, зайца показали. Отлично. Если он был красненьким. Лови его. Где, где, где? Блин. Он только что ж был здесь. Вон. Это хорошо, когда вот такое вот есть. Как сказать, инфракрасное зрение, да? Так, а что это? Что это такое? Блестит. Получается, это, наверное, нужно брать, да? Я понял. Зайца я не словил, зато что-то нашел. Коллекционировать вот эти предметы. А, заяц, заяц, есть, словил. А интересно, она сама не голодная? Это она все время кормит их, кормит. Может, мне нужно пойти вот туда, где показывают. Вот, получается, вот туда, да, вдалеке. Может, там что-то будет интересное. О, смотрите, они вышли со мной. Я только увидел. Получается, я вывел их в мир. Знакомиться, да? А бегать они могут? Да, бегают. Ладно. А охотиться как вообще? Может, они сами смогут зайцев загонять теперь? Так, надо найти теперь зайчиков. А, вон, смотрите, целая стайка. Давайте вот так вот к ним подойдем аккуратно. Пока они не увидели. И побежали.
Опа. Ну, детки. Детки, вы где? Детки. Блин. Вон они бегут. Они пока еще очень маленькие и медленные, да? Так, держите. Вот я их, видите, покормил, да? Ага, ну пора бы уже и самому покушать. Хотя, а ну-ка. Да, видите, она тоже чуть-чуть кусочек укусила. Вот они все заелись, у них мордашки вон красненькие. А что это? С. Это какие-то руны или что это? Это то, что нам нужно собирать. Вот я одну вот эту штучку собрал, у меня одна она уже. Для чего она пока месте, я не знаю и не понимаю. Я думаю, в будущем это все дело узнается. Так, ну что, давайте еще еды себе соберем. Как вы понимаете, у зверей, особенно у хищников в лесу, основная задача — это добывать себе пропитание. Потому что иначе как можно будет прожить? Так. Ой-ой. Ой. Ну, есть. Словил. Так. Детки. Детки, вы где? Детки, бегом к маме. Так. Вот они все бегут. Хорошо. Давайте дадим им еды. И сами тоже чуть-чуть покушаем. Но у нас пока мисс шкалы голода нет. Я думаю, пока мисс это просто в целях обучения. Так, и параллельно нужно искать всякие предметы. Опа, а что это? А это как раз для деток. Смотрите, это какие-то мышки вообще. Это как раз самое то. Смотрите, это какая-то мышка или что это? Детки почему-то тоже. Пока мисс такое не ловят. Маленькое, да? Вот зайцы впереди. Нужно еще зайчиков половить. Оп, беленький. Ай, он хотел в норку убежать. И он... Ой, нет, не убежал все-таки. Ой, а что это лежит? Давайте посмотрим ближе. Так, пускай детки. Видите, что-то красное. Что это красное? Странно, они подошли. А, это, наверное, гнездо. А в гнезде, скорее всего, яйца были, да? То есть детки нашли как бы сами яйца и покушали их. То есть я даже в этом не принимал участия. Вот оно что. То есть вот так их приучать. И смотрите, остался маленький скелетик. От зайца там или от кого. Так, нужно найти еще кого-то. Вон там, видите, вдалеке. А может нам нужно идти все-таки на вот те вот изображения, которые я вижу вдалеке. Что там такого интересного? Опа, зайцы, 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 зайцы. Стоять! 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 Есть. Может второго еще? Нет. Второго не получается. Так, вон детки со мной бегут уже. Они чем больше кушают, тем, наверное, больше растут. Соответственно, больше у них сил и больше скорость. Так, тоже подкрепиться немного нужно. Вот, хорошо. Ладно, давайте пойдем вот туда. Так, параллельно еще пару зайцев постараюсь словить. Хотя тут вообще как-то... А, тут болото какое-то или что? Темнеет. Ой, дождь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда-то я зашел. Странно. Это меня молния ударила, ясно. Да, скорее всего, ударила молнией. То есть на миг стоит. Да. Ладно, ну это как бы игра. Поняли, меня восстановили. Зайцы, 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 зайцы. Опа, поймал, поймал. Детки сюда. Где так молния нигде не ударила? Где они? Вот, двоих вижу. Остальные где? Троих.
А где четвертый? А где четвертый? О, люди. Неужели четвертого там того? Ой, как обидно, слушайте. Может, его нужно найти, вернуться? Нигде никого не видно. Так. Ладно, пойдем туда, куда я хотел, вот. Но почему их трое осталось, слушайте? Может, потому что меня молния ударила? Вот это жалко, слушайте, я ж не знал. Так. Да, нам, видите, нужно было сюда идти. Что это значит? Что-то она им там рассказывает. Наверное, как охотиться. Ладно, идем вперед. Да, видите, на картинке тоже вот мама и трое тигрят. Ой, рысят. Блин, наверное, все-таки потому что как бы ударила молния. Вот это одного тигренка как бы забрала. Как жизнь. Фух, так, что у нас? Это я добрался вот сюда. Там вот какие-то красные эти деревья или что-то такое. Почему-то они, видите, красным изображены. О, тут куча живности. Я сразу даже не понял. Ой, кого-то я словил. Кого я успел словить? Что, заяц? Я даже его не видел, честно. Давайте, кушайте, дети. Я тоже с вами немного перекушу. И пока посмотрю, что у нас здесь. Почему эти деревья красные? Мне интересно узнать. Вон, видите, впереди они все красные. Так, что вот это такое? Просто камень. А это, наверное, болото. А нет, тут просто туча там под ним. О, зайцы. Давайте рассыпную. Никто никогда не убежит, если будет бежать просто прямо. Так, трое моих деток. Нужно аккуратнее быть, нужно беречь их. Только немного отвлекся и уже все. Одного ребеночка не стало. Так. Я уже не вижу никого. А, наверное, скорее всего, нужно бежать теперь туда, где снежинка, да? То есть мы сюда прибежали, уже этого места как бы нет. Ого. Это что? Это вода? Может здесь... А, я кого-то словил, смотрите, я кого-то словил. Пока бежал. Ха. Вот это да. Так. Так, пока мы строя. То я же испугался. Может, нужно воды попить? А давайте попробуем. Да, видите, все-таки нужно пить воду. Животные приходят на водопой. Давайте попьем. Чтобы они там не утонули прям, да? Так, это будет не смешно. Все, напились. Теперь у нас следующее задание. Вот оно на карте. Ну, побежали, детки. Заодно, может, где-то в траве там. Ой-ой-ой, смотрите. Ой-ой-ой, тут же большие животные. Прыжок на оленя. Интересно. Опа, опа, ну-ка. Мне этого еды хватило надолго. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Ты. Ничего себе. Детки, ко мне. Тут еды хватит на всех. Только чуть проглючило кадры. Вон там они.
трапезничают. Опять туда идти нужно. Ладно, подкрепились. А смотрите, они подросли, они реально подросли уже, они такие уже большенькие, я скажу вам. Так, нужно обходить так вокруг и идти туда, где снег. Так, ладно, потихоньку я с игрой начинаю разбираться. Да, действительно, они подросли. Класс. А, думаю, я буду продолжать еще записывать ее. Если вам понравилась такая вот игра, если вы хотите увидеть продолжение приключения Рыси и ее деток, то пишите об этом в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками. А также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. А, смотрите, у меня два тигренка. А куда делись остальные два? Что это? Ладно, обо всем об этом мы разберемся уже в следующем обзоре. А на сегодня все. Пока-пока, до новых встреч!